история имеет много примеров, когда знаки, которые выпадали на первых лиц государства, потом влияли на ихнюю судьбу. И тут у нас первый знак был, когда вручали удостоверение президента в день инаугурации. Упало оно на пол, что является довольно-таки не очень хорошим предзнаменованием. И спустя ровно через год на пресс-конференции, когда он стал говорить, что они отстраивают мосты и будут строить мосты, фактически в эти минуты обвалился мост, и машина вот такая большая упала в речку под Никополем. И эти два таких знака с интервалом в один год ничего хорошего не предвещают. В регионах идет уже смута из-за кадровой политики. Но они все приносили присягу, президенты нашей Украины. Вот как тут слова в конце. Придерживаться Конституции Украины и законов Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Но мы тут видим, что не сильно в интересах всех соотечественников у нас идут работа государственных органов и должностных лиц. Жалеть не надо официальных лиц. Почему? Если вы начинаете жалеть, вы забираете его негатив на себя. Вот такая штука. Жалеть можно других по классу существ. Котов, собак, черепах, китов, дельфинов. А если вы жалеете человека, то получается, что вы забираете на себя его негатив. И ему еще тоже даете ухудшение. Так устроена ментальная структура. Ну, посмотрим, как оно все будет. Какая ему дорога выпадет.